Привет, друзья, это Hound, это Skyrim Online, мультиплеер конкретно. Никто не ожидал, что он сегодня выйдет. Открытое бета-тестирование. И сейчас я создам быстренько персонажей, посмотрим, как эта игра выглядит, что она себя представляет. Хочу я взять того же персонажа, что и брал в оригинальной игре. Как поменять тебе пол? Никак, только мужики играют сегодня. Да, у нас же бретонец был, по-моему. А, вот пол. Я уже забыл. Женщина, типа... Блин, а я не помню, какая у меня женщина была. По-моему, такая. Или нет? А, не, вот такая черненькая у меня была. Тон кожи посветлее. Вес похудее. Нафига мне такая жируха? Цвет лица, так, мы это все оставляем, грязь убираем. Шрамы, шрамы, шрамы. А, это раскраска, нет. Вот шрамы. Мы добавим вот такой шрам. Раскраску мы тоже уберем. Так, тип носа. Оставить, высота. Да все, в принципе, я это оставлю. Поменяю только форму глаз немного. Вот так вот. Цвет глаз на свой любимый зеленый. Только тут непонятно ничего, какой цвет. Очень далеко персонаж стоит. Вроде зеленый. Я не знаю, ладно. Брови. Брови меня устраивают. Рот, рот, рот. Форма губ. Так вот. Ой, да фу, уродина. Так, возьмем эту и нижнюю губу. Губы вперед. Нет. Вот так вот. Нормальная дефолтная училка в школе получится. Прическа. Прическа у меня была какая-то с косичками. Вот это вроде. Оставим ее цвет. Цвет тоже оставим. Плохо видно здесь, видимо, игра не оптимизирована еще. Более-менее, как хотелось бы нам. Так, есть чат. Я появился в каких-то горах. Сейчас откроем карту, посмотрим. О, это между Винтерхолдом и Донстаром. Маяк. Сегодня я эту игру буду проходить не один, а со своим корешем, Жилмором. Сега, привет. Всем привет. Я, кстати, не думаю, что эту игру можно пройти. Почему? Так как она онлайн. А, типа нету квестов, да? Да. А чё, куда бежать? Я не знаю, что делать, я вообще без понятия. А ты не помнишь, не понимаешь, где ты появился? Нет, Гилморский лес какой-то. Это мне ничего не дает. Можешь примерно сказать город, с которым ты рядом находишься? Со мной какой-то орк разговаривает. Ты огра нашел? Не, я вообще появился один где-то на маяке на севере игры. Как тут бегать? Я забыл, как тут бегать. На альт. У меня на альт почему-то. Все, понял, понял. Так, а почему на альт? Ну-ка. Настройки. Ну, какой-то орк бежит, но это NPC, это не игрок. А прикинь, мне не нажимаются настройки, что за прикол? Из-за бета-версии, что ли? Я надеюсь, потом это пофиксят. А то это не прикольно. Что у тебя? Я говорю, что настройки хочу поменять. Управление. Клавиатуры. У меня магии нету. Понял. Почему? Посмотрим инвентарь. Он здесь отличается. Например, я налеплю на себя одежду. А то баба бегает у меня во всем нижнике. Это не есть красиво. А инвентарь красивый, мне нравится. Как чатом пользоваться? Консолька? Нет. Нет, не консолька. У тебя же есть, да, слева такая иконка чата? Да, но я сам не знаю, как его открыть, ничего. Подожди. А, она в этом работает. Через меню. Привет. Ну-ка, напишется, нет? Привет. Отправить. Капец, так... Вот как общаться надо здесь. О, а в инвентаре, оказывается, одежда есть. Да, ты тоже без одежды бегал? Да, да, да. Я сначала не понял, что у меня бабища такая крестьянка, так сразу не скажешь, что она маг. Я уже какую-то крепость нашел. Мне почему-то кажется, ты не сможешь качать мага, потому что я на стриме у него видел, там в чате кто-то писал, а почему нельзя будет использовать магию и посохи? А, да? Да. Я какой-то приют нашел. Сейчас в него зайду. Ко мне какой-то ночной эльф подбежал, бьет мне лицо. Мило. А, только как будто на сам ПРП зашел.
В Сампе так же, только там либо денег просят, либо сразу убивают тебя, по приколу. Они же гангстеры, у них есть стволы, они крутые. Решил с ним выйти. Я дед Редгардовец, я с ним вышел, у меня масса где-то 80 кило. Ой, нифига, что я нашел! А почему я взять не могу? Я, кстати, да, я увидел лук на земле, она решила взять, он почему-то просто исчез. Я булаву подобрал, подожди. Мне кажется, подлагивает немного. Возможно. Все, у меня побище уже с этим, с булавой железной. А, кстати, тут что, можно спать, что ли? А, ну мне кажется, нужно спать по РП. А, и это весь сервер должен лечь, что ли? Чтобы, типа... А, ты имеешь в виду, что погода, да, поменяется? Ну как это может быть, типа у кого-то ночь будет, и я лягу спать, у меня будет утро, у него будет ночь? Мне кажется, спать это... Ты как? Ты просто ляжешь, да? И типа надо несколько минут подождать. Ну, как-нибудь так, наверное, будет. Капец, так долго вещи берутся, тебе не передать. О! Какой-то железный шлем я подобрал. Так, испорченная книга выбросить. Вот это мы оставим. Что такое? Доспехи 149? Чё? Железный шлем 149 защиты? Ты нашел шлем? Да. Оказывается, тут доспехи так можно ходить? Вообще по РП типа, мы должны их как-то заработать, купить, не да. знаю. Не, ну по РП же я просто нашел пещеру и в нее зашел. Я понял. Еще одна булава, ладно. Пару щитов заберем. Я почему-то нажимаю на escape, там есть этот помощь, но почему-то ничего не открывается. О, мечи нашел, нормально. Топоры. А это нормально, да, то, что в начале игры уже имею столько ресурсов? Наверное, да. Тут перевес же тоже есть. А я думаю, должен быть. Это правильно, как будет. Логично. А ты где? Ты мне не объяснил город. Или объяснил, просто я не услышал. Сейчас скажу. Ближайший город к тебе. Переписка. За меня, Фолкрит. Фолкрит. Ну-ка, я тут что-то не помню, такой город. Ну-ка. Он снизу, там олень такой. Олень? Снизу города. Ой, да нам... Спи рядом с Хелгеном. У меня этот... Винтерхолл, короче, забей. Коллегия магов, не зря же я выбрал себе бретонца. Так, сундук, что у нас тут есть? Я хотел схитрить. О, сколько вещей! Кто там? Безупречный аметист, изумруд, рубины, яд. А, ой, как лагает, смотри. Я, короче, забрал все эти вещи, они мне обратно закинулись. Так это может потайная комната админа, если забанить. Эльфийские сапоги и подавление мороза. Ну давай оденем их. Я хотел схитрить, короче, там у меня на карте разведная местность Хелген. Я хотел на нее тпхнуться, но так нельзя. Прикинь! Я сапоги забрал. А, вот они, засчитались. Короче, вещи здесь очень долго передаются, так сказать. О, у меня баба будет без шлема, но будет с коронкой. Тут, я так понял, надо есть, пить, жить. Ты видишь? Я не знаю, где это все взять. Даже не знаю, где мне работать, как мне устроиться вообще без понятия. Как с этими зарабатывать? Ничего да не нет. объяснили, ничего не сказали. Нате, вот заходите, играйте, пожалуйста. Лучше этот. Сейчас скажу тебе. Мне кажется, тут типа знаешь, кажется за себя какой-то батл рояль что ли. Типа тебя сейчас завалят, да? Да. И ты будешь начинать тупо сначала с нуля, без золота, без всего. Золото вот сейчас подобрал в сундуке. Так, щит возьми, королева. Свиток нашел, проклятие нежити, еда. Нет, на лежанке спать нельзя, я так понял. Я что-то подбежал на нее, нажал, ничего не происходит. Книга о кинжалах, а почему ты не вкачал один это подноручное оружие? Странно. Че, давай по дефолту где-нибудь у Вайтрана встретимся, да? Ну, да, я только за, но я пока добегу до туда. Ты просто побежал в Вайтран, да? Я сам, ну я да, примерно по карте ориентируюсь, в сторону бегу. Я сейчас быстренько эту пещеру долутаю. Стальной меч, стальные сапоги, сыромятные сапоги. Какая-то параша, короче, выпала мне. Мешок с золотом. Мне не нравится одна вещь такая, знаешь, вроде мелочь. Но все равно напрягает. То, что какая? Я нажал на Е, да? Чтобы предмет подобрать. А он берется только через секунду. Хм. Ну, если может, я нажал, еще могу отвернуться и уже... Только тогда мелочь, вещь какая цепляется. Одна мелочь напрягает. Какая? Вот это здоровое окно слева. Да, кстати, как его убрать? Дрифт шейд подвал. Я в какой-то подвал зашел. О, я нашел чугунную кастрюлю. Заберешь ее, да?
и наступил на капкан. Крутых, дорогих. Мне кажется, стоит брать вообще все. Мне кажется, вообще каждый септим ценен очень. Кстати, радует, что NPC есть. Я слышал, что не будет NPC добавлять, но нет, я их вижу, да. А NPC какие? Дефолтные из игры оригинальной? Да, я вижу имперских солдат. На меня какие-то орки и разбойники напали так давно. Я от них убежал. Вообще нереально огромное. Нереально огромное количество. О, прикинь. Чё? Я сейчас возле имперца пробежал, он мне что-то сказал, я не вслушивался. У меня задание появилось — вступить в имперский легион. Нифига. Ах, это в этом, как в оригинальной части, наверное. Да, только я вот не знаю, это как бы баг, типа, но осталось. Ой, ну, как бы не. А, ты думаешь, это квест из оригинальной игры остался, да? Я думаю, его выполнить нельзя почему-то. Я думаю, он просто как добавился, типа, да. Ну, по факту, да. А возможно, это как 76-й Fallout, знаешь. Типа, просто бегай и бегай, и все. Добывай что-нибудь. Хотя 76-й Fallout, он заключается с Женетом на постройке своего дома и убежища. А тут интересно, можно строить? А, типа, везде, да, также строить дом свой. Я имею в виду, если, как бы... Вот я в Скайриме ни разу вот в этой версии не строил дом. Ты говорил, можно, да? Ну, типа, а если, как бы, мы играем, и нужен был Скайрим с этим модом, может, можно? Возможно, можно. Ты бы лучше микрофон на место вернул, а то я слышал, ты его шевелить начал и тихо говорить стал. Да нет, все так же. А, какие базары ноль. А что за пещера такая, ну, пустая, мне это не нравится. Я уже сколько бегаю, она... тупо пустая и бесконечная, главное. О, вышел, что ли? Игра зависла. What the fuck? Прикинь. Ты прикинь. Я с кем-нибудь я с органиантом NPC дерусь. У меня игра зависла. Я в шоке. Блин, это как-то странно, он сказал, что он бьет мне лицо, но я его бью, он стоит и скулит. Ну, погоди секунду. Все, я снова здесь, продолжаем. Пришлось игру переустанавливать из-за этого бага. Время прошло достаточно. Какая небольшая ошибка произошла. Ну почему-то у тебя она не произошла. У меня текстуры стали медленнее прогружаться. И некоторые вещи не собираются. Ладно. Да, мне в доме ярла ударили по лицу. А я пошел. Где закон? Где закон? Где стража? Ну, это штука бета-версия игры. Подожди немного до стражи. Доживем. Так, я пошел, короче, на улицу искать срочный выход. Skyrim. Все. Надеюсь, сейчас это не зависит у меня. Фух. В общем, так, я зашел в пещеру, немного прокачался. Ты себе, кстати, нашел что-нибудь? Только еду воровал. А броню не нашел, да? Нет. Так, я поставил макет и побежал тупо в этот Вайтран, чтобы с тобой встретиться. Посмотреть на людей, как это все выглядит вообще. В общем, картину увидеть. А то сейчас побегу по пещерам, пособираю все баги и глюки. И смысл записи видео получится. Ну не знаю, как тут яркость, что ли, увеличить, или как поспать, у меня очень темно на самом деле. А у меня тоже было темно, да-да-да, мне яркость не понравилась. О, нормально, у меня Skyrim стоит на ультрах, я спускаюсь по горе, где текстура один на один, как в Майнкрафте. Просто, знаешь, мыло такое, жесткое мыло. И резко разбавилось. Короче, это, я тут стоял на улице в Вайтране, тут посреди улицы просто двух человек зарезали. Кто? Другие NPC-шки? О, люди. Какой-то чувак, который нашел меч первым. Это как в этом, в любом батл рояле. Подобрал ствол, все. Всех вынес. А что такое, что текстуры не прогружаются? О. Капец. Видимо, сервер, как сказать, перегружен. Максимум народа играет. Ну хотя, если бы играл максимум, то я бы не зашел, согласись. Да. Потому что помню сам, там, во время запуска, типа, нету места, сори. И так каждые 3 секунды обновлялось. О, у меня на мини-карте обозначен значок этих мамонтов.
Я, Как пройду кстати, ближе, это посмотрю. видел мамонтов недавно, решил к ним подбежать в упор, и они Мамонты есть? исчезли. Мамонты есть, Они да? просто пропали. Не знаю, можно ли считать то, что они есть или нет. Ну, ты их видел, да? Да. Это знаешь, как говорить, я видел лохнесского чудовища. Опа, стол. Камени. А, ну нормально. Святилище. Не, нажимать я не буду. На святилище Талоса. Мало ли еще, опять игра зависит. Я вообще пока не хочу никакие кнопки нажимать. Потому что, не дай бог, у меня опять все зависнет. Вообще. Надеюсь, это с игрой проблема, а не у меня. Ну, потому что я сейчас игру переустановил. Быстренько. Игра выставила ультра все. Автоматически. Мне Значит, у почему-то меня все комп должен игнорят. тянуть. Я пытаюсь общаться в А чате может они не с понимают, как людьми. общаться? Может быть. Это я понял, разобрался сразу же в начале игры. Тебе Пробую рассказал. общаться, меня как-то игнорят. Ну, через эту штуку, через чат, да? Пишешь. Да. Видимо, не знают. Ты можешь посмотреть, чувак-то, который модератор сервера? Он А стримит, что нет? посмотреть? А, сейчас зайду, да. Посмотреть, где он бегает. За ним походим. Может он, как сказать, не только он, а люди вокруг него знают, как общаться. И ты посмотришь. А он сейчас в Дискорде просто сидит. А, да? Видимо, чинит что-то. О, это же повозка, по-моему, с Цицероном. О, пацан куда бежит? Слышь! Слышь, чел, стой! Игра лагает, капец. Это Чувак, лагает? ну, рывками немного. Нет. Так, какой-то чувак Рэндальф. Я топор достал. Так, чат. РП. Привет, сейчас напишу ему. Здорово. Он, видимо, не знает, как общаться. Сейчас напишу ему. Escape. В чате набери. Думаю, он поймет. У меня очень много еды. У меня и О, всякие еще кто капусты, бежит. картошки. И козий окорок я наворовал. Не, ну офигеть, конечно, Skyrim Online это... Его пофиксить, и он будет шикарен. Можно будет играть с пацанами, просто бегать по карте, изучать какие-нибудь баги, текстуры. Ну, чувак, походу, не понял, что я имел в виду. А это Вайтран нарисован? По-моему, Вайтран, это его балкон. Давай, жду тебя в Вайтране. А может, ты выйдешь на улицу? Вайтрана? Ну да. Секунду. Чё, а ты далеко от Вайтрана? Меня бандиты спалили. Бандиты дерутся, под прикинь. Только не дерутся, как эти. Короче, они баганные. Они очень баганные, жестко. Они просто стоят на месте, машут друг на друга. Я не знаю почему. У меня, главное, музыка заиграла, знаешь, типа плохая. Типа я в опасности. Эти. Что там еще? На карте красные точки появились, горошины. Типа враги. Это кто гуляет? Слышь, ты кто? Я Крестьянин. Направляюсь в Солитьюд, чтобы вступить в Легион. Единая империя. Ага, это благо ага, для держи всех. В курсе, братан. Вступить в имперский регион. Легион. Окей, сейчас вступим. Сейчас вступим. Ужас. Скайрим болеет, я болею. Во времена. Ферма сынов битвы. Я, короче, почти пришел. Мне бы еще, конечно, починили Skyrim немного. А то это иногда подбешивает. Я тут что текстуры не загружаются. Спросил у чуваков, которые... Давно бегают, да? Да. Которые уже полностью в одежде, с оружием. Я спросил, где тут можно заработать, он сказал, пока что нигде. И написал, можно найти NPC или искать заброшенные места. Ну, а, ну этот же... На группе, в группе писали, то, что это тест на загруженность. Именно на загруженность.
Баба по небу бегает. Это адекватно, да? Да, нормально. Голая баба просто по небу побежала. Ладно, хоть не как в Сампе, знаешь, анимация плавания. Клевая анимация. Она так просто по небу пробежала, слегонца. Ей ничего не надо в этой жизни. Ну что ты где? Я магал, что вышел. Я вдоль тропинки бегу какой-то, вижу коринир, но сейчас уберу его. О, собрал нормально. Куринирно добавлено. Тут все возле конюшни бегают. Прям вообще я вот почти пришел народа. У меня уже прям в этом. Что-то все махаются, я тоже это пошел. Боишься? Помахаюсь. А ты в чем бегаешь? Да как все в этом. Я бы бомжатская в кожаной броне и с топором сейчас бегаю тут. Тупо пугая всех. Тут какой-то мужик с факелом уже ходит, нормально. Что-то все махаются, но я особо не разбирался, ты тоже в драку влез. Ты где? Подожди. Я стою около этой повозки. Иду. Знаешь, кто телепортирует? А как у тебя ник? А, вот. Это вот я. Вот я. Подожди. А, вот Жилмар. Откуда? А, ты же в пещере был. Да. Пошли, я тебе вещи скину. У меня есть немного. Я надеюсь, что не забрали. Пошли за мной. Вот тут Дикаджи ты должен стоять, по идее. Иди отсюда, Рикардо. Рикардо Милос. Не, у него другой ник, просто мне показалось, как Рикардо. Так, что тебе скинуть? Но мне кажется, что мешают. Забрать, да. Пошли куда-нибудь по багам наверх как-нибудь запрыгнем. Опа. Нормально. Залез. Залез, не знаешь, что я смогу. А я просто лютый багер. А вот сюда, на угол. Вот ты прям подо мной. Вот немного с горки разгонись и пробуй. А, сразу видно, человек не серфил в КС-ке никогда. Я еще не играл в КС. Все, стой. Не ушли все, никто нам не мешает. Так, что у меня есть? Щит на, шлем на, стальные сапоги по-любому тебе надо. Как это взять? Я ничего не вижу. А! Ты не можешь их выкладывать или они просто пропали? Ну, они у меня пропали. О, появились. Собрал? Так, вроде все, да? Подожди, еще оружие есть. О, теперь они у меня появились. Так, какое тебе оружие дать? У меня есть стальная булава, надо? И стальной меч есть. Давай меч. Не, давай булаву. Тебе прям с булавой было бы жестко выглядеть. Ладно, меч так меч. Ну просто реально похож на такого битинга жесткого. Не то, что моя бабища. По идее, должна быть маг. А выглядит как лох. Мне кажется, ты не сможешь магом быть. Да я уже понял. Не, ну может быть сможешь, но это типа... Если по РП, то типа учиться надо, там, ну, если да. Это все реализуют. Ну да. Я тут меча нет. Ну подожди немного, сейчас появится. Вот он. Там вот он, быстрее вот он. Появился. Нет, у меня нету еще. У меня появился. Где? Я прям на нём сижу. Нашел. Бери. Все, спасибо. Все, теперь мы что, подеремся теперь? А, проверить. Давай, дай меня. Ой, ты как-то быстро машешь. А что такое ХП легкое? Подожди. Все, хорош. Отсюда бомжа. Пошли, замочим его. Хотел тебя убить. Серёжа-то, он вообще... Он агрится? Ему не страшно? За мужиком в трусах бегаем. Ты меня сейчас ударил. Я ударил его еще раз. Че он делает? Ой, я немного... Я выдохся. Да все, хорош. Пошли в Айтранс, бегай, я посмотрю его. Все будет знать теперь, как женщину бить. В спину еще. Как маньяк голышом. У меня, кстати, еда, если хочешь, говорить, тебя похилим. А, ты что, не восстанавливается ХП? Я не знаю. Сейчас, посмотрю сначала свою еду. О, кто-то бежит. Смотри, в одежде мага где? Пробежал. Вот. А он, видимо, кого-то замочил. Чернокнижник. Прикольно. Мужик куда-то побежал в Айтран. Тоже в броне, что ли? Там много народу, на самом деле. Но почему-то у конечки, мне кажется, больше. Ну, я посмотрел, на если это просто... бегало. Если это просто тест на загруженность, то ну что да. Сейчас делать? Ничего, просто бегать. Просто бегать? Да.
изучать мир, а что если я Skyrim прошел? И мне интересно изучать. А можно это побегать, всякие пещеры осмотреть и в них пособирать лут? Го попробуем, но мне кажется, сейчас дофига народу этим делом и занимается. И ты уже сейчас ничего не найдешь, да. Сейчас, подожди секунду, я чекну вайтран. Жаль, здесь мы не можем друг к другу телепортироваться. Нормально, чувака, магия. Может, это админ? Не-не-не, он просто взял, как сказать, в руки огонь. Фига, у него стеклянное ауру, все. Мне, кстати, интересно. Не-не, я пошел отсюда. Они, короче, жесткие, у них там все стеклянное. Погнали отсюда. Ну, мне интересно, если, типа, кого-нибудь убьют, то лут выпадает? При смерти или как? Мне кажется, да. По идее, должно быть так. Я лично никого не убивал. Все, что находил в пещере, оно просто лежало на столе. И так и было. Слышь, пойдем. Нафига меч достал? Людей да пугаешь. Так, куда можно сбегать? Куда можно сбегать? В Солитьюд? Я не знаю, ты тут ас. Ну да, я ас. В Солитьюд далековато бежать. Ну ничего страшного, мне кажется, туда люди не бегают. Мы будем первыми. Ну как бы тут в рандомных местах появляются, и может тоже кто-то там и был. Ну я находил посреди поля, просто бежал тогда к тебе. Вон какая-то этот, мне на радаре, видишь, палатка, шалаш. Да. Что да. Это, пошли-то на него сбегаем. Капец, она быстро выдыхается, бабища моя. Все потому, что я женщина, да? Это разница полов, как там это называется. Все, а я дедушка. О, читер бежит. Читер? Читер. Ну, по небу бегает. Читер? А. Всем железным. А, да. С... Либо это админ, либо это в натуре же читы, пацан. Смотри, смотри, он летает. Он прям специально летает. По дереву срубим. Да ты гонишь, ты читер. Ой, подзависло. Это ж не Майнкрафт. Я попробовал. Я ж проходил недавно этот квест. В оригинальном Скайриме. Там это, типа, шахта. Там мы сможем найти кирки. Он за нами бегает, прикинь. Чё, блин, мне страшно теперь. Мне интересно, это админ теперь или в натуре это читер? А что у меня хп 0? Он меня, прикинь, походу ударил? Я тебя админ ударил. Сейчас, подожди. Ой, у меня тоже. Зачем? Он делает? Он пытается нас убить. Типа у нас вещи крутые. Может, нам кажется, что он летает? Возможно, давай зайдем в пещеру. На самом деле он не летает. О! Чё? Какие-то орки прибежали. Где? Ты их один видишь. Погнали внутрь, быстрее. Меня убили. Он тебя лутает. Я понял. Сейчас я замочу его. Он пропал. В общем, из инвентаря пропало все. Я тебя не могу смотреть. Да. Нет, кроме меча. Меч остался? А, кроме меча и брони. Щит пропал. Угу. И вся моя еда из инвентаря. Угу. И все остальное. Меч и броня осталось. А где ты появился? Сейчас скажу. Возле Морфола. Это где у нас Морфол? Ой, болото. Далековато. Я не хочу до тебя бежать. Я лучше 5 капусток заберу. И залутаю эту пещеру. Ну тут люди злые, видно же. Везде они злые. Что в жизни, что в игре, да? Никакого РП. Ну почему? Это же все-таки какой век-то? 10-й плюс-минус. Я не могу никакие ресурсы собирать почему-то. Лагает. Кирка не поднимается. Вообще ничего не делается. Тихо, Каджит, ты чё? Мы опять игра зависла. Прикинь. Ужас. Я достал топор, у меня игра зависла. Ладно, я на этом закончу тогда этот обзор этого режима для Скайрима мультиплеерского. Много всего познавательного узнали. Ну, когда игра выйдет, попробовали. Игра выйдет на этот
на более нормальный режим, знаешь, типа еще одно ОБТ будет, где баги пофиксят. Тоже поиграем, посмотрим, что они сделали и исправили. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.